Казахстанской Русской Федерации Словенской Республики Карел Тихонов. Уважаемые дамы, уважаемые пани, милые гости, зришли сме са днес, аби сме си припоминули день обенцу власти. Йото в руску целонародный свято. День, где традиционно вдеваме полдецы, которые стражают мир, обеспеченность нашей власти, а которые за цену властного за цену властного живота убранили наше право на мировой живот. Славный летопись русских озброенных сил поврачуя и днес в новых неедновидных подменках. Цвет сажиал не стал беспечнейшим. Але напрек житной живенью конфронтация роби русскую вшетку можное при заручении глобальной стабильности, успешно присадзуя ой странные выгодную сполупрацу со сеткими партнерами, которые су на то приправили. Русско завжди усиловало, а буде усиловать о решении акил колвек конфликтов, вилучне мирову цесту политику, а дипломации. Сме миромиловность штат, але наша миромиловность самопера по отходландность на, за каждых подменок заручить безопасность нашей краины, наших общанов. В последних роках в суваде с божеодавками в доме са русская армада, вызнанная посильнила, е вовена наимодернейшими жмранами, а технологиями. Успешна участь на операции с полусо сирскую владну армаду в бои против терроризмом, озброенцом исламистского штату, пресветчиво демонстрировала новые трудности русской армады. Жаль в тех, кто битках влияла людские страты. Сильные русские в шаг лежала конфронтации. Набрать до обдобия студенной войны, а не дальше претеки сброени. Али не можем не реагировать на усиление виходнего крыла НАТО, на особение воинской инфраструктуры при русских границах, кедже то ведя к ослаблению региональной, а световой безопасности. Айкет маме вела нисход, уважуемые за доли жития, отворенные са навзаем информовать о существующих обавах, наблюдовать реальные сполупрацы при учинный отпор в очи сполучным вызовам, а просьбам. Сели бы сме споливать на здравый усудок наших предовшетки западных партнеров, сведомим того же реально беспечность не может быть заручена на упор едной со стран, может и муси быть неделительна. Дяка вам вшетки, кто из ты не спорит с полусами на славине, а тим, что си тень, то си не с полусами, припоминаю день обранцу власти. Дякуем за позорность. Официальный программ нашего поведения. Также еще кратко всем дякуем за то, что вы приняли позвание на нашу днешнюю рецепцию, а правильно эффектное поповедение. Дякуем. Спасибо.